Девчонки, привет! Ребята, тоже привет! Всем привет! Мы с вами находимся в Москве, метро Измайловская, улица 5-я Парковая, дом 26. Проговариваю этот адрес, чтобы вы меня лишний раз не спрашивали. Но этот адрес и телефон магазина будет написан в инфобоксе. Заходите в инфобокс. Мы с вами идем в магазин «Скупка комиссионка». Мы здесь с вами бываем часто. Я каждый раз говорю, что это очень маленький магазин. Это даже не магазин, а маленький отдел в магазине. Не знаю, почему вы каждый раз удивляетесь. Это очень маленький магазин. Здесь большое количество покупателей. И товара на маленькой площади расположено много, поэтому он наставлен друг на друга. Не удивляйтесь, но благодаря вот этому, благодаря тому, что помещение маленькое и аренда невысока, именно из-за этого здесь очень низкие цены. Вот дешевле, чем здесь, я не встречала нигде. Это я стараюсь вам сейчас ответить на все те вопросы и комментарии, которые вы мне оставляли под предыдущими видео. И еще важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Этот магазин работает с обеденным перерывом. Вы все это могли бы узнать и сами, но вы почему-то этого сами не делаете, я вас предупреждаю. Магазин работает с обеденным перерывом. И еще один момент хочу вам сказать. Было несколько комментариев у меня о том, что продавцы занимаются своим делом, на нас не обращают внимания. Они не будут обращать на вас внимания, знаете почему? Потому что здесь, помимо покупателей, бывает очень много людей, которые местные, которые просто приходят караулить, когда кто-нибудь принесет интересный товар сдавать. Они просто стоят, они не покупатели, они не продавцы, они просто стоят и ждут чего-то интересного. Продавцы, девчонки, к ним уже привыкли. Поэтому, пока вы не привлечете к себе внимание, на вас никто обращать внимания не будет. Ну вот и все. А теперь давайте займемся рассматриванием товара. Вот эту картинку я забрала с собой. Ну а теперь давайте подробно все рассмотрим. Чем мне нравится представленный здесь товар? Тем, что, во-первых, на каждый товар приклеена этикетка. Не нужно дергать девчонок, не нужно спрашивать, все здесь подписано. И если есть какие-то дефекты, то это тоже указано на этикетке, на ценнике. Очень удобно. И, конечно, здесь, как в любой комиссионке, в любой скупке, все подряд. Здесь и советский фарфор, и современный Китай, и стекло, и хрусталь. Ну, в общем, совершенно разнообразные предметы. Но да, конечно, по большей части это посуда. Посуды много, посуда не вся парная. Но, знаете, здесь такие магазины, они интересны тем, что можно что-то подобрать в подбор. Ну вот у вас сервиз, например, разбилась какая-то чашка одна, вам нужна одна. Вы можете прийти и вот найти то, что вам нужно по каким-то копеечным буквально ценам. В стопки тарелок я никогда даже не залазила. Это не очень просто сделать, потому что если вы сейчас не видите людей на видео, это не значит, что их нет. Это значит, что я их не снимаю. Но покупателей было очень много. Снимать мне в этот раз было очень сложно, но я старалась. Такая вот хрустальная конфетница. Хрустальная же, это правда? Я не вижу. Во время озвучки у меня закрыта половина экрана, и я не все вижу, не все цены. Вот эта вот сахарница вижу, 350 рублей. Вот этот чайник, он очень симпатичный, я его помню. Держала в руках. На крышечке написано, что крышка не родная, но зато 150 рублей. Сам чайник очень даже хорош. Такой славный чайник, 200 рублей. Ну почему бы и да. Салатник, 200 рублей. Очень симпатичный. Салатники, ладьи, конфетницы. Вот то, зачем раньше стояли в очередях. То, что было в большом дефиците, сейчас в огромном количестве. Причем даже, знаете, не по одной штуке. Вот посмотрите, стоят прям буквально стопками. В отличном состоянии, по очень смешным ценам.
Здесь мне понравилась вот та ваза на ножке, но я, по-моему, до нее так и не смогла дотянуться. Нужно, чтобы обе руки были свободны, тогда все будет гораздо проще. Вот шкатулка 100 рублей, симпатичная. Видите, какая. И это, наверное, подсвечник. Тоже 100 рублей. Пытаюсь дотянуться до вот этой вот вазочки. Посмотрите, очень мила, с такими незабудками. Необыкновенно милая. Но я недавно буквально очень похожее что-то покупала, поэтому не стала ее покупать. Иначе могла бы, конечно, забрать, потому что ну, цена 200 рублей очень доступна. Посмотрите, какая милашка. Я туда не могу дотянуться рукой, поэтому просто телефон внутрь, чтобы вы увидели, что там происходит. Большое количество всяких разных. Вот обратите внимание, вот эта вот ваза с олимпийской символикой, они сейчас, по-моему, мне кажется, довольно редкие. Она большая, я бы даже сказала, огромная, и цена всего 1500, это очень бюджетно. Если вы вдруг коллекционируете Олимпиаду 80, вот обратите внимание. Ну, а всякие бокалы, фужеры, стаканы, рюмочки, стопочки, это всегда в большом, в огромном количестве во всякого рода комиссионках и скупках, и этот магазин тоже не исключение. Но каждый раз я здесь что-то интересное нахожу. Я не люблю гжель, говорила уже, признавалась. Но в этот раз несколько предметов мне понравились. Вот посмотрите, вот эта вот солонка, у нее необычная роспись. Посмотрите, какая-то жар-птица или не знаю что. Вот это мне понравилось, 200 рублей всего. Не стала покупать, потому что мне такой цвет и роспись ни к чему, но в принципе прям понравилось. Не часто встречается мне такая роспись. Ну, вот обычная солоночка за 50 рублей. Такая вот с крышкой за 100. Интересный подсвечник с такой лошадкой за 500. Чайники, ну и прочее, всякое разное. Если любите, то здесь тоже есть из чего выбрать. Вот это очень большое блюдо немецкое за 500, оно прям тяжелое. Тарелочки вот эти тоже понравились. Смотрите, какие. 2500 это за 5 тарелок. Это тоже немецкие. Как вам? Мне кажется, милы. Милы необыкновенно. Блюдца целая стопка. Вот здесь обратите внимание, вот эта вот бутылка в металле.
Она здесь стоит 3000, но все, что я встречала на обложках и на вернисаже, и в Новоподрезково, 4,5-5 тысяч рублей, даже 6. А здесь в 2 раза дешевле, 1,5-2 раза дешевле. Я же говорю, что дешевле, чем здесь, я не встречала нигде. Фужеры, бокалы, рюмки разных-разных размеров. Давайте посмотрим, что здесь интересного. Смотрите, какая изящная резьба здесь. 700 рублей за 4 штуки. Очень изящно. Вот это тоже олимпийская символика, то ли кубок, то ли бокал, то ли не знаю что. Все хорошо, но здесь что-то намудрили с ножкой, видите? Она здесь не родная. И здесь меня девчонки сняли с высоты вот эти вот разнообразные графинчики. Мы с вами сейчас рассматриваем, показываю вам все подробно по одному. Вот этот понравился, посмотрите, это как будто бы какая-то барышня, кокошники, и руки в боки поставила. Посмотрите, какая. Очень интересная. 1300. Интересная вещица. А вот это вот богемия, но его кто-то раскрасил лаком для ногтей. Представляете? Ну, это, конечно, можно стереть, но вот взяли, творчество устроили. Такая ваза. Красивая. Кисловодск, да? Не увидела из-за озвучки. Вот такой очень мне понравился. Он какой-то такой сдержанный и изысканный. Тоже такой высокий, стройный. А у этого есть трещина, в него наливать, наверное, ничего нельзя, он может стоять только как украшение. 250 рублей за декоративный предмет, мне кажется, это прям недорого. Вот этот понравился очень, не знаю, должна ли была бы здесь быть крышка, либо нет. Он очень тяжелый, увесистый, такой стеклянный, 1000, по-моему, рублей, да? Красивый. Думала насчет него брать, не стала, поэтому может быть вашим. Ну, вы, наверное, уже поняли, да, что всяких графинчиков здесь огромное количество, и цены очень даже бюджетные. Тянулась за вот той вазочкой, цену не нашла, но я думаю, что цена невелика, здесь высоких цен, по-моему, даже нет. Симпатичная, небольшая, компактная, лаконичная, хорошая, понравилась мне. Вот здесь написано фужеры, они могут быть как шампанками, также они могут быть и креманками. 1200 за, по-моему, 6 штук. Ну, смотрите сами, не знаю, что тут комментировать, мне кажется, мы с вами, возможно, это уже видели, я не помню. Здесь парфюм. Здесь части сервизов, ну не части, наверное, наборы чашек и блюдец. Вот здесь мы видим с вами сахарницу красивую и блюдца. Но они продаются не набором, они продаются поштучно, но они из одного сервиза. Такой вот изящный молочник. Это я не знаю, что такое. Какая-то штучка. И вот эти, наверное, кофейные пары. Изящные. Кофейника нет.
чашка без блюдца, и вот то вот блюдо мне понравилось, красиво. У меня есть такая чайная пара. Наборы ложек 1200 за набор. И здесь какие-то куклы, но куклы эти современные. Эти современные, такие сувенирные, фарфоровые. А вот эти, ну, вроде как ручной работы, но они такие простенькие, текстильные. Ценности себя особо не представляющие. Здесь же и мишка. Смотрел, есть ли здесь текстиль, но какие-то салфетки, какие-то, наверное, полотенца. Тонкого текстиля, как мне бы хотелось, в этот раз не было. Хотя бывает. Бывает здесь и кружево, и вязаные салфетки, но в этот раз не было. Нужно просто бывать почаще. Давайте посмотрим то, что находится в витрине за стеклом. Это те предметы, которые, ну, как бы подороже, более редкие, считаются более ценными. Они стоят в витрине за стеклом. Но не знаю, изменилось ли здесь что-то с предыдущего раза. Может быть, даже и не изменилось. Я так особо не помню. Ну, какие-то фигурки я точно видела. Мишка точно был. Вот эта лампа была, точно. Вот тут графин на заднем плане точно был. Я на него смотрю уже достаточно давно. Всякое серебро я вам показывала. Ювелирка, мне кажется, раньше не было. Вот это вот салонка, показала вам мельком, покажу вам во влоге, она ушла со мной. Вот вам ювелирку покрупнее. И витрина с обратной стороны. Посмотрим. Цены здесь подписаны. Я надеюсь, что вы их сами видите. Если у вас есть какие-то вопросы по ценам, по товарам, по ассортименту, пишите, звоните девчонкам на WhatsApp, потому что я же не знаю, я же не нахожусь в магазине, они вам все ответят. Ссылка на адрес и на телефон WhatsApp есть в инфобоксе, повторяю вам еще раз. Парфюмерия. Посмотрите, какой чайник. Посмотрите, какие здесь подстаканники. Очень интересной формы. Посмотрите, какой он. Я вот такой люблю. 700 рублей. А вот этот очень ажурный, очень такой декоративный. 1500. Вот это интересная такая, квадратная. И чайная пара ОФЗ. Очень такая изысканная, осенняя. Посмотрите, какой сервиз. Он не полный, здесь нет молочника, но посмотрите, он весь горит золотом просто. У него разноцветные чашки. И стоит он 5000 за весь, ну, не совсем полный сервиз. Польша. Шикарный, правда? Очень нарядный. Давайте посмотрим бижутерию. Не знаю, у меня девчонки постоянно спрашивают, покажите бижутерию. Я не знаю, что здесь показывать. Как-то я не очень разбираюсь в бижутерии.
Ну вот, показываю, смотрите сами. Если вам что-то интересно, прям делайте скрин экрана и спрашивайте у девчонок. Очень много разнообразных бус. Я пыталась что-то посмотреть, вам показать, но правда, поверьте, в этот раз было очень много покупателей. И все одновременно пытались посмотреть. Это было крайне неудобно. Поэтому вот так, очень обзорно, без подробностей. Цены здесь подписаны, и я старалась вам их показывать на видео, чтобы вы сами могли рассмотреть. Вот эти симпатичные бусики, я на них смотрела, думала, может быть, взять, но не стала. Здесь и винтажные, и современные, и какие-то авторские, в общем, все подряд, все вместе. 150 рублей. Вот они такие же, как я вам уже показывала. И браслеты. Видите, 200 рублей. Мне понравились вот эти бусы. Думала, может быть, купить, не купить. Не купила. 500 рублей. Интересные, правда? Попросила, чтобы мне дали, достали вот эту вот коробку с серебряным украшением. Ну вот показываю вам. Смотрите сами, что вам понравится. Я не знаю, я как-то растерялась, я такие украшения не очень ношу, поэтому даже не знаю, что вам показать. Вот это вот колечко вроде как симпатичное, 1300, это серебро. А это бижутерия, и здесь цены как-то, наверное, не надо спрашивать. Но я здесь, если честно, ничего ценного не увидела, поэтому даже не спрашивала. Ну, а здесь уже такое. Всякое сувенирное, всякое разное. Все подряд. Какой-то петушок керамический. Керамики, кстати, очень много, и она прямо очень бюджетная. Смотрите, вот такой вот кувшинчик, очень симпатичный. Сколько он, 150 рублей, что ли? Мне сейчас не очень хорошо видно, но вот такой. Очень славный. Утюг пока стоит, пока никто его не забрал. Снова ложки-вилки. Мне чем нравится, то, что они подобраны. Не россыпью нужно копаться, они подобраны уже наборами. Очень удобно. И вот прямо вот только что при мне принесли сдавать вот этот хрусталь. Сейчас вам показываю с полужару и через секунду покажу с ценниками. Вот вам уже с ценниками. 300 рублей, 500 рублей, 500 рублей. В общем, красота какая-то неземная.
Вот там наверху, высоко, я дотянуться, конечно, не могу. Покажу вам просто приближением камеры. Мне кажется, это все уже было. Чайники огромные были, тарелки настенные тоже. Здесь еще есть и одежда. Я вам ее не показываю, потому что мне она не кажется привлекательной, но она здесь тоже есть. Здесь обычно бывают люстры. В этот раз люстры не понравились, но понравились вот эти вот плафоны. Мне кажется, это, значит, такое что-то в стиле лалик. Можете не смеяться, но... Да, если хотите, можете смеяться. Ну, у меня такая ассоциация. А книжки. Все в порядке расставлено, все очень аккуратно. Можно выбирать, смотреть. Мишка сидит давно, ждет своего хозяина. Давайте посмотрим картины. Картины появились новые. В прошлый раз, когда мы здесь были, было все очень скудно. В этот раз что-то новенькое. Мне понравился вот этот пейзаж. Смотрите, 1500. Он подписной. Смотрите, какой. Видите, подпись автора внизу. И еще один пейзаж мне понравился. Сейчас я вам покажу, какой. Вот этот, посмотрите, какой он яркий. Хороший, правда? Вот это тоже акварель 500, но не знаю, мне кажется, надо как-то по-другому оформить. Как-то она не смотрится в таком виде. Вот это интересно, такая графичная. Тоже мне понравилось. Вот эта работа тоже хорошая, но у меня такое ощущение, что здесь, по-моему, сходит, что ли, начала сыпаться краска. Не поняла, но какое-то пятно мне здесь показалось, что... Вот такая вот картина. Вот эти вот маленькие, по-моему, уже были. Но это что-то такое очень... Не нравится мне. А вот это мне показалось симпатичной. Она довольно примитивная, но если ее правильно оформить, мне кажется, она будет смотреться очень даже симпатично. Это мне понравилось. На этом я буду заканчивать. Еще раз напомню, что все адреса, все ссылки, телефоны есть в инфобоксе. Все вопросы по товару, пожалуйста, к девчонкам, к продавцам, по WhatsApp. Я на этом с вами буду прощаться. Как обычно, жду от вас обратной связи в комментариях. Рассчитываю на лайк, репост, подписку. И прощаюсь. До следующей встречи. Пока. Пока-пока.